Значит, орехи эти, все то же место. Вот я их набрал в кулечек, начистил. Вот их целая куча. И вот есть, я так понимаю, маленькие саженцы. Ну, не саженцы, а проклюнулись. Вот этот вот вообще большой уже. Я их потом, наверное, выкопаю. Их полно здесь. Этот год я вообще не думал, что будут орехи. Но они, да, такие рахитные. Целая куча, целая поляна. Вон я начистил, я уже один мешок домой отнес. Ну вот. Набрал, высыпал. Немного. Как семечки. Это вот такие вот орехи. Уже снимал, уже раскалывал, по-моему, даже где-то видео есть. Это не грецкий, это, говорят, маньчжурский, или еще называют гирляндовый. Вон, в саду у себя натыркают там между кустов, за кустами. Места полно. Тем более много деревьев старых. Наверное, и погибнут уже скоро. Потом посмотрим, чем это закончится. Ладно, хватит пока. Еще потом насобираю таких пару-тройку мешочком, чтобы уж наверняка